Футбольщик. Играется. Футбол идет. Футбол там. Так, гуляю с Собакином. Вот. Всем привет. Ой, я только что проснулся. У нас сейчас уже 11:36. Ё-моё. Просто. Я не знаю, что так. Я просто прибил свой режим сна быстро и без сожаления. Ну, пипец, реально, я не могу рано теперь уснуть, что делать, я не знаю. У нас на завтрак сегодня вот такие вот будет с лососем. Ну и ничего, конечно же. Так что всем приятного аппетита. Планов на сегодня абсолютно нет. Вообще, планов нету абсолютно. Сегодня воскресенье, выходной, в принципе, как и всегда. У меня каждый день почти выходной. Но все же, налил воды. Буду пить ее сегодня 5 штуки. Вообще, каждый день буду ее пить. Поэтому не вижу смысла сообщать об этом. А, наверное, нужно кровать застелить. Чем я, собственно, сейчас и займусь. Возможно. Поиграю в комп. Сижу, поиграю в Cities Skylines немножко. У меня, короче, появилась идея, типа, построить свой настоящий город. Увидел эту идею на ютубе, мне казалось, что это очень прикольно, поэтому решил, почему бы и нет. В принципе, очень даже прикольная идея. Но она очень долгая, и поэтому... Что город у нас все-таки не маленький, как второй по величине в Латвии. Вот. Так что... Такие вот... Делишки, все. Кровать заправлена. Приколдец. Сейчас нанюхаю. Я опять вышел погулять с Собакином. Сегодня надо было что-то распечатать, как я понимаю. Что-то для какой-то домашки опять. Вот. И Соня уходит домой. Очень быстро. Буквально минут 10-15 у нас побыла. Вот, у нас сегодня хорошая такая погода, смотрите, какие тучи идут. Берем. А тут небо. А тут какая-то кара господня. У нас жарится, блин, масленица, как? Последний день. Последний день не решили жарить, собственно, блина. Короче, идея построить свой город была очень прикольной, на самом деле, но она очень долго, эта идея, осуществляется, так скажем, в Cities Skylines. Меня это просто очень заинтересовало, и я решил целый день просидеть, проиграть в этот Cities Skylines, почему бы и нет. Но, короче, все, не хочу больше пока что играть. Я думаю посмотреть фильмец какой-нибудь. И, кстати, мы заказали хетик, доставку из Хесбургера, я заказал куриный комплект, а родители заказали себе какие-то обычные комплекты, кажется, вот. Так что сидим, все ждем, а я пока что поищу какой-нибудь фильм в интернете. Буду смотреть фильм «Вивариум». В этом фильме все жанры, которые только могут быть, мне кажется. Тут фантастика, тут ужасы, тут детективы, тут триллер. Там еще что-то было. Короче, мне кажется, он прикольный. Но оценка у него на самом деле такая себе. Сколько? 5 с чем-то баллов было. Поэтому не знаю, хороший он будет или нет. И, кстати, хетик уже доставили. Всем приятного аппетита. Соус от паприка. Люблю этот соус. Раньше любил огуречный соус, теперь люблю этот. В общем, хетик был классный, фильм, не знаю, потому что он меня тупо заглючил из-за того, что у нас, как обычно, вечером с интернетом не все окей. И я поставил его на паузу, вот, и потом засел в телефоне, в ТикТоке, сидел в ТикТоке, сейчас вышел погулять с Собакином. Да? Да, вон, Собакин бегает. У нас идет дождь, сейчас, так, я, это, да, идет дождь, а я снимаю. В принципе, почему бы и нет? Так вот. Я хочу досмотреть фильм, было бы неплохо сегодня, но я в то же время хочу сделать и домашку, потому что завтра, я так понимаю, у меня вообще желания не будет делать, потому что у меня с утра будет урок в 11 часов программирования базы данных, потом в 2 часа урок этот будет долгим, по-любому полтора часа где-то. То у меня будет вождение в 2 часа, тоже полтора часа, я думаю, где-то. Потом, когда я после вождения приду домой,
точнее, не пойду этому после вождения. После вождения пойду в магазин, куплю кошке и собаке корм. После магазина я пойду домой, потому что мне нужно будет снять тиктоки. И, короче, тиктоки очень долго, скорее всего, буду снимать. Хотелось бы еще завтра поиграть, конечно же, в City Skylines успеть. Вот. Это если мне уже день не будет. Короче, завтра запланирован у меня день. И это хорошо, потому что у меня давно не было так, что типа у меня весь день запланирован и полностью запланирован на все время. Так бывало, пару дел, но они были недолгие, и ну, все, короче, у меня поле. Гуляю с Вакином, иду домой, делаю домашку, походу. Сделано. Вот так вот это все выглядит. Сколько времени сейчас? 11 часов. Я эту работу делал час 15. Сколько? В 9:45 сел ее делать. Ну, час 15. С округлим. И сейчас эту работу нужно скинуть, потому что я забыл ее скинуть до сих пор. Хотя я только что сделал, ну ладно. Так что сейчас подключусь к Wi-Fi и тогда скину эту работу учительнице нашей по вот этим вот базам данных. Наконец-то я могу посмотреть теперь фильм, досмотреть вот, ну, короче, посмотреть, скорее всего, полностью, потому что посмотрел от него только 20 минут, получается. Вот. Если мне удастся, то я его посмотрю, а то под этот вечно глючит интернет. Вот только что фильм отвис. Хотел показать, как он глючит, но он уже отвис, поэтому я буду дальше его смотреть. Все, посмотрели, хватит, видимо. Ну ладно. Подожду, может интернет получше станет. Ну что, досмотрел я этот фильм. Я даже не знаю, что сказать. Вроде как фильм и ни о чем. О паранормальщине всякой. Вот я реально не понимаю, как объяснить этот фильм. Мне кажется, он вам не понравился. Мне он как бы 50-50 понравился или нет. И я не могу сказать, чем он мне понравился, чем он мне не понравился, потому что это нужно вот реально сесть самим, отвести там полтора часа вам свободного ненужного времени, и вы можете его смотреть спокойно, вот. Но могу одно сказать, там спойлер такой. Фильм про то, что про какой-то бесконечный город, где одинаковые дома. И, короче, там какие-то инопланетяне. Все, короче, просто, если хотите, можете посмотреть этот фильм. Спокойно вообще, называется «Вивариум». «Вивариум». Вот. Кстати, недавно вышел, 2019 года, кажется, или 2020, в общем. Так что, такие вот дела, ребяточки. Буду заканчивать влог, у нас уже... Час двадцать два. Я пока сейчас монтирую этот влог. Не буду ждать, наверное, пока он загрузится. Просто поставлю его на загрузку, надеюсь, что он сам загрузится, потому что у меня урок, блин, в 11. Ну, я не просплю, он до 11 еще много времени. Вот. Все, ребяточки, да, на этом все. Всем пока.